В Москве начались съемки 11 сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». По сюжету, в новом сезоне в главный институт скорой помощи приходит новый главврач, роль которого исполняет актер Роман Мадянов, и устраивает всему отделению неплановую аттестацию. За отделением Ирина Павлова теряет сразу трех врачей, но находит новых. Супруги Пастуховы возвращаются в Москву. Марина Нарочинская получает наследство от дома, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина. Ирина Федоровна попадает под горячую руку нового начальника. Ее увольняют. Теперь она няня Брагиных. Нина вьет гнездо для большой семьи, но вдруг на пороге появляется гость из прошлого. Костик, которого все теперь зовут не иначе, как Константин Германович, утопает в административных делах и порой забывает про семью. В отделении объявлен карантин. Кривицкий, как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом. К своим ролям вернутся Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Нина Усатова, Владимир Жеребцов и другие. Премьера 11 сезона сериала «Склифосовский» состоится ближе к концу 2023 года или в начале 2024, точно дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.